С 3 до 5 миллионов рублей увеличена максимальная сумма микрозайма для субъектов малого и среднего предпринимательства. Новые правила микрофинансирования МСП вступили в силу с 1 января текущего года. Кроме того, с этого года Фонд поддержки предпринимательства и предоставления гарантий НАО снизил процентные ставки по 5 микрозаймам. Решение о снижении процентных ставок было предложено бизнес-сообществом на Координационном совете по развитию инвестиционной и предпринимательской деятельности на территории региона. Не по всем видам микрозаймов максимальная сумма повышена до 5. То есть у нас существует 8 видов микрозаймов, соответственно, по разным программам. То есть это разные целевые использования, и поэтому в зависимости от вида мы установили сумму микрозайма. Для старта максимальная сумма 1 миллион рублей, на доверие у нас 300 тысяч рублей, ну и остальные виды микрозаймов, такие как «Новотех», «Бизнес-инвест», «Бизнес-оборот», «Коммерческая недвижимость» и «Северный завод», мы установили максимальную сумму 5 миллионов рублей. Теперь ставка по микрозайму «Старт» для начинающих предпринимателей составляет 5% годовых на срок не более 24 месяцев с максимальной суммой в 1 миллион рублей. Процентная ставка микрозайма «Бизнес-инвест» на инвестиционные цели снизилась с 7 до 6%. Стоит отметить, что микрозайм предоставляется под залог и поручительство до 5 миллионов рублей сроком до 5 лет. Еще один микрозаем «Сельский» направлен на помощь предпринимателям, осуществляющим свою деятельность в сфере производства, хранения сельскохозяйственной продукции или в сфере рыболовства, переработки рыбы, а также изготовления рыбной продукции. Процентная ставка теперь составляет 5% годовых, максимальная сумма предоставляемых средств – 5 миллионов рублей. Срок кредитования – до 24 месяцев. Процентная ставка микрозайма «Новотех» под залог приобретаемого имущества снизилась сразу на 2% и составила 6% годовых. Микрозаем предоставляется для приобретения нового оборудования, техники и автотранспорта. Его максимальная сумма составляет 5 миллионов рублей. Для приобретения зданий, сооружений или земельных участков, используемых для бизнеса, введен микрозаем «Коммерческая недвижимость» с максимальной суммой до 5 миллионов рублей. Его ставка равна 6% годовых. Еще одна важная новость для тех, кому нужен микрозаем без залога. Максимальная сумма микрозайма на доверие увеличилась до 300 тысяч рублей. Требования представителей бизнеса, они едины для всех сумм, то есть независимо от суммы. Конечно же, платежеспособность. Мы проверяем заемщика на благонадежность, проверяем финансовую отчетность, финансовые показатели и делаем вывод о возможности предоставления суммы. Также смотрим залоговое обеспечение. Заявка выносится на рассмотрение комиссии, и комиссия принимает решение уже положительно и отрицательно, исходя из всех этих факторов. В прошлом году 28 субъектов МСП Ненецкого округа получили льготные займы. Общая сумма выданных заемных средств составила порядка 46 миллионов рублей. Подробнее о микрофинансировании можно узнать в Фонде поддержки предпринимательства и предоставления гарантий Ненецкого округа, который расположен по адресу улица Ненецкая, дом 3, цокольный этаж. Ирина Никешина, Антон Водряков, телеканал «Север».